Мы вновь передаем вашу почту с Сенечкой. Писем здесь гораздо больше в руке. Ну, кладу стопочкой. Ящичек все заполняется, заполняется. Скоро, наверное, придется уже изымать письма. Жалко, что уходят наши любимые. Но хорошо, что у нас есть возможность им написать. И сказать все то, что, может быть, не успели. А может быть, просто чем-то поделиться. Письмо не слушается. Пишите, они ждут.